Всем привет, ребята! Сегодня у нас крупный град в Пietермаритзбурге. Это Южная Африка. Градин размером 5 сантиметров падали на город, разбивали лобовые стекла, ломали ветки деревьев и покрывали градовым слоем сельхозугодья. Также город был покрыт градовым покровом. В некоторых местах он достигал около 30 сантиметров. Вмятины в машинах, пробитый шифер и подтопление от обильного дождя. Вот что принес градовый шторм местным жителям. Yeah. Hi, boy.